Всем привет, дорогие друзья и подписчики. Сегодня я снимаю мини-гейм, это уже третья часть, и сегодня я снимаю не один, а вместе с Дэнни. Всем привет, я не знал, что это Дэнни, я думал, тут первый. Айда, пойдем на какой-нибудь сервер. Подожди. Айда, вот смотри, 1-1. 1-1. Видишь 1-1? Нет, не вижу 1-1, я вижу 2-2. 1-1. Это 2-2. А хотя нет, стой, не Айда на 1-2. Пошли на 1-2. Я на 1-3 нажал. На 1-2, а нет. Ты меня видишь? Что ты надо делать? Тут бегать надо. Просто бегать и все. Ты сейчас снимаешь? Нет. А ну ладно, тогда я один сниму. Да я шучу, я снимаю. А, ну да, окей. Какой такой еще снимаю? Не знаю, никто снимаю. Этот чувак пропагандирует одних летсплейщиков. Это Стив вонючий. Это видишь, он вонючий. А смотри, какой у него значок на это. Какой-то. Черный Стив. Ой, блин, что такое? Всё, беги, короче, беги вообще, разбегайся, надо тебе бежать вообще далеко. Я тебе советую. Очень страшно. Воу. Ребят, кстати, как вы заметили, я начал играть. Слушайте, у меня лагает, слушайте, у меня такие лаги происходят. А я упал. Я тоже упал. Ой, я еще упал. Ой, я сколько упал. У меня все лагает почему-то, я не знаю. Ой, я опять упал. У меня лагает? Лагает. У меня 30 FPS только. А нет, 20. Ну, 20 FPS. У меня тоже 20 FPS. А у меня вообще 10 FPS. А ну это норма. Ребята, как вы заметили, я всегда играю на разных серверах и постоянно оставляю IP в описании. Я поменьше сделаю графику. Ссылка на Денис, кстати, тоже будет в описании. Когда-нибудь в другой жизни, да? Да не, если я не забуду, то я поставлю. Так, у меня все зависло. Паркура. У меня все зависло. Окей. У меня просто люди застыли все. А, воу. Я на одном уровне. Уже, упал. На 2 уровня. Я вообще на одном уровне так долго был. Я вообще выкинул. Ну ладно, сейчас зайду. Выполняется вход. В смысле, тебя что, выкинуло? Да, меня выкинуло, я удивлен. Я просто удивлен, что происходит с этим миром. Ладно. А какой мне говоришь заходить? А, ну сейчас пока не. А, на седьмой. Да, на седьмой лобби и. А, ну сейчас ты к нам на сервер не сможешь подключиться. Почему? Я все могу. Нет, чё там, так? По-моему, сервера обновляются. Нет, я могу зайти, вот я с вами. Ууу, черт, вот говна вообще. Ты где, вот ты где сейчас? Я на самом последнем уровне. Нет, а я сейчас это. Не, в другом лобби, фу, какашка. Нифига, ты сейчас к нам зайти не сможешь. Блин, а что теперь делать? О, блин, я упал, а я мог выиграть, я на третьем месте был, а. Что делать? Что делать? Я сейчас на хаб выхожу. Так. Все, айда на седьмое лобби опять. Пойдем опять к скамейке той, подходи. Сейчас все сделаем. Тут все, я сам... здесь, а. Здесь. Ну ладно, давай. Вот, пойдем. Пошли. Вот, давай теперь не на Тинтиран, а на. Не, хотя и дай опять Тинтиран. Вот смотри. 3-1, видишь? Нет. Вот я прям стою и туда смотрю. Нет, не вижу, ты косолазый. Айда, давай, 3-1. Я пошел. Ой, че ты? Вау, смотри, тут специальный спаун есть. Вау, как все круто. Это неожиданно. Это тоже неожиданно. Первый раз здесь для меня это все неожиданно. Полюбос это все построено через одну программку. Я даже знаю, через какую, это не люди сами строили, они просто говорят, что они типа, о, мы самые крутые, мы все сами строили, на самом деле, через какую программку все это делаем. Через World Edit или что это там, World... Нет, там какой-то, знаешь, там ее открываешь, и там как бы много домов. Ты выбираешь, какой тебе там построить, и выбираешь форму. А он тебя сам быстренько строит. Вот, кстати, карта побольше, поэтому я тут подольше смогу сдерживаться на одном и том же уровне. Да, мне все лагает, это круто. Не, она... Да, меня не лагает, у меня, знаешь, такой FPS такой-то, какой-то не такой. Ну, скачет, да? Да. Я еще раз. Ой, меня один говнарь скинул, короче, вообще же. Я еще раз упал. Я тоже упал, меня один. Я на третьем уровне. Я на третьем уровне говорю. А я на втором.
Я тут бегаю, тут вообще все так А чисто. ты говорил, там бывают другие игры, там такие маленькие, типа на блоке становиться, там что-то играть. Чё это? Ну, я не помню, ты снимал, короче, видео, и там, типа, ты говорил, о, новая рубрика, типа, я буду снимать Майнкрафт, типа, я там буду мини-игры снимать. Там много мини-игр было, а в чем мы только на этой мини-игре играли? Там потому что я на разных серверах постоянно снимаю, поэтому Я он упал. упал. А я нет. Красавчик, я тебя не могу найти. А вот он, я тебя вижу. Ребят, мы продолжаем, но вот. Ну вот. Еще, что я могу сказать за эти 5 секунд. Знаешь, что я хочу поиграть тут? А, вот, смотри, Бов сплиф, айда, вот 6-2. Вот, видишь? Нет, не вижу. Ты вошел, шай. Я косоглазый, прости. Ты посмотри только на меня, ты где? Где? Ты где? Ты где? Вот я Я тебя вот. вижу. Ты где? А, ты здорово, видишь, я косоглазый или я не косоглазый? Ага, точно. Нет, это не косоглазый, я тебя пошутил. Это ты косоглазый. Пошли. Я Куда тебя ты убежал? принес. Да, я сейчас Привет. там стою, там, где я и был. Я за тобой бегу. А ты говоришь, что ты стоишь. Беги. Сейчас лук дадут, и ты, короче, стреляй по ТНТ. Под собой надо стрелять. Под собой именно? Да, им под собой. Так. Вот, смотри, короче, под собой стреляешь. Ага, по собой, не надо мне тут. Я понял прикол твой. Короче, я просто буду бегать, а вы стреляете. Ай, блин, я упал. Я видел. Дай-ка я тебя засниму, как ты бегаешь. О, здорово. Здорово, пожми мне руку, видишь, я наверху я. Нет, я тебя не вижу, там нет никого вообще. Невидимка. Ты на меня только что посмотрел. Да? Да. Ух ты ж! А-а-а! Кишки бегемота. Что? Я Я твой не просто хотел связывать. испугался. Тут какие-то кишки бегают, я понимаю. За тебе сзади, сзади, сзади. О, твою каканьку! Давай подождем их, может. Да не, пойдем на хаб. Ладно, давай хаб. Хаб. Так, пойдем теперь еще на Визард и все, думаю. Чё так мало? Чё так мало? Зачем Визард, она вообще долго игра. Айда, я сейчас скажу куда. Я сейчас в первый раз умру. Айда, короче, на 7-й лобби опять. Здесь 7-й лобби, не вижу 7-го лобби. А, 7-й лобби, все, я на 7-м лобби. Пойдем опять к доске. Пойдем опять к доске. Вот ты. И, Я короче, вот. смотри, Смотрю. Вот. смотри, тут есть ТНТ таг. Айда Я на вижу. это 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. 6-0, 6-0, я пошел на 6-0. Ой, это какая-то новенькая штука. Я тут еще не играл. Ты сказал, что мы на какую-то хату, это, на хачек вот пойдем. Хачтаг или что-то там сказал. Не, не на визу. Я хотел на визард, но сейчас, короче, планы изменились. Я хочу посмотреть этот. Смотрите, здесь хач какой-то стоит. Смотри, здесь хач каменный. Стой, у меня завис. А, вот все, завис. Красавчик. Хач Христос, спасибо тебе за все, что ты делал так, чтоб не лагал Майнкрафт. Поклонись, О, хач смотри, как Христос. тут прикольно. Иди сюда, я сбоку. Поклонись, хач. Я вот он. Поклонись, хач Христос. Вот так надо поклониться. Вот так. О, что он О, я надел? играл тут, короче, тут надо. Тут есть воды, короче, тут как догонялки. Тут драться. Иди сюда. Вау, тут есть ловушка, но я в ловушку не пойду, я не дурак. О, я пошел в ловушку! Я выбрался из нее, причем сразу из двух, ты прикинь? Здесь нет ловушек, но... Там есть, там, короче, дырки в полу, и там что-то типа паркура. Я нечаянно, короче, туда попал А я и. туда упал, и мне норм. Ты где, я тебя не могу найти? Я тоже тебя не могу найти. Но я за каким-то чуваком бедным бегу. Он бедный такой бежит, а спасите меня, я не хочу умирать. Но я его убью. Я такой бегу. Отстать ТНТ или нет? Оу. Ай, засранцы! Говно, я ТНТ-шка. Это я тебя... А, это не я тебя заразил, ну ладно. Ты чё, Я тебя нормальный.
Меня заразили опять. Ой. Да ладно, А пусть. я взорвался. Красавчик. Айда пойдем на хаб. Как ты взорвался? Слушай, я тут живу, А, блядь. ну давай тогда это. Иди тоже взорвись куда-нибудь. Ты следишь за мной? Как взорваться? Там нельзя это как уследить было. А Ну, не как знаю. взорваться? Я не знаю как. Как ты взорвался? Куда ты пошел, он тебя взорвал? Ой, блин. Я, короче, просто бежал и взорвался. Я не знаю, что произошло. Ладно. Да, на 7-й лобби. Подожди. Ой, приболел я что-то. Чё ты приболел? За 5 минут съемки ты уже приболел? А понимаешь, если мы 10 минут снимали, но 5 минут это что-то новенькое. Пошли. Давай ты... А, вон я тебя вижу. Пойдем, короче, сейчас... Вот, смотри, видишь, 5... У-у-у! А, не-не, забежи. Вот, смотри, 0-1, айда, ну 0-1, 0-1, видишь? 0-1. Нет, не вижу, пошли. Вот 0-1, видишь, зашел? Нет, не вижу, а пошли. Вот-вот-вот. Да я вижу, пошли! А ты уже зашел? Да уж давно. На 0-1, там один человек только. И это я. А, тогда все, я захожу. Сейчас я напишу всем, чтобы они на 0-1. А что ты со своими подписчиками не играешь? Играю, с тобой же играю. Ну я не твой подписчик. Я твой твой поклонник, не твой подписчик. Ну окей. Ты понимаешь? Я понимаю, о чем ты. Так, сейчас я... Ты все угодно, что никого не снимаешь с подписчиками. Отписывайтесь от него все. Он не снимает с подписчиками, как он может? Он сказал только вчера, что не вчера, когда снимал. Блин, у меня скайп завис. Я хотел написать сообщение, но у меня скайп завис. Что, все сюда приходить теперь, да? Чё ты? Ничего. Я вижу пацана с трусами в сердечко. Ты знаешь, что все умеют танцевать? Это Тандермен. Это танец. Смотри, ты видишь как? Сейчас начнется. У меня залипание клавиш. Так. О, у меня скайп отвис. Дэнни, ты так, слышишь? Это да, радостная новость. Я вот зашел. Так, ну я зашел, но я вышел. Не намного выходил. Что тут надо сделать, а? Ой! Там, короче, эпично вообще. У меня игра тоже уже началась, но я сейчас кое-что сделаю. Вау, что здесь происходит? Я не понимаю. Все, я... Я не знаю, за красных кажется. Мне плохо, я умер. Я умер. Это место. Это Battlefield. Я это... Короче, если знаешь, такие разрушения. Есть разрушения по Battlefield. Видишь, я тут заспаунил. Зачем? Я теперь буду это все взрывать. А я могу, кажется. Ой, я убил кого? А я не знаю, убил или нет. Но мне кажется, я убил. Такой, ну я не знаю, но кажется, я убил. Ну когда-нибудь. Я сейчас такой мостик строю. Знаешь, я вижу синего наркомана, который это... В одежде Слендермена, он у него украл одежду, его сранит. Давай его покараем. О, мы захватили, да? Захисты. А, да, захватили. Это я вам помог, поняли? Я просто Battlefield много играю. Тебя знаешь, я сейчас мы... Я их просто с флангом. Я еще не могу. А, меня убили. Как мне бесит такие прыжки. Такие большие прыжки. А тут сразу такой мостик построил, чисто удобно. Чё? Очень удобно. Так, я сейчас... Блин, за мной какой-то хач бежит. А, нет, не там. Хадж с тобой бегает? Нет, меня подбили, я ранен.
Вартангер не напоминает мне ничего. Все, я захватил базу, и ты. Я вам помог еще одну базу захватить. Блин, как засранцы мою эту какую-то подкасту. Вообще несу всех. Смотри, ну что, ну нормально все, ты че, это норма. Это норма. Да. Теннисом в Battlefield становится, это... По сравнению с этим, Battlefield... Ну хотя... Не-не, ничего, я молчу. Я там все взорвал. А, ну это норма, ты какой класс взял? Это Battlefield, детка. Какой класс? Я не знаю. У меня палка есть. Ой, телепортироваться могу, да? Телепортироваться, а просто перебегать. Я Гарри Поттер. Понимаешь? Я Гарри Поттер, ты здесь никто. Захватываем точки. Уоу! У меня какой-то... Да пофиг, сейчас мы их порвём, слушай, с моим-то. Блин, а, мне засранцы опять забывают. Какой колдовать, вообще, я их порву. Будем держать точки. Давай, это наша точка. А, да, это убийство, да? Или сколько секунд они держат точку? Где, чё? Я не знаю, что стоит такое, но игра, наверное, сейчас будет идти бесконечно вообще. Конечно, понимаю то, что люди одобрят такую длинную серию. Конечно, одобрят, еще бы не одобрили, я бы их порвал. Знаешь, я себе убежище такое построил, не знаю, я сижу. Я тебя лучше не по IP. И узнай, где ты живешь. Я знаю, где ты прячешься. Знаешь где? Я не знаю, но я вычислю тебя по IP. Как я грошкольник, понимаешь? Я грошкольник, я все могу. Как вы зеленые эти ставите? Это классы, у которых алмазные крылья. Они могут палки ставить ледяные такие. Какой они палки могут ставить? Какая им палка? Блин, да, я захватил. Я захватил еще одну точку. Благодаря мне вы живете. Ой, скорее бы сдохнуть. Блин, ай, застрял, не застрял. Да блин, ну их трое, что-то их не могу порвать, вообще. Они нарываются, слушай, они нарываются. Ты сейчас, короче, пошел. Оу! На их кто выиграл? Мы проиграли. Кстати, на F5 нажми и посмотри, что у тебя в башке. И что это означает? Это то, что мы проиграли, а у другой команды, по идее, сейчас алмазы. Она задница какая-то палка. Ну ладно, ребят, пойдем на лавку, смотри. А, лобби сидим опять, пойдем на лавку, так закончим. Пишу, давай отметим, надо это. Обмоем это поражение. Давай, короче, бери алмазик в руку и вставай на лавку. На седьмой лобби. На седьмом, да. Мы закончим тоже на седьмом лобби. Там, где всегда играли. Давай обмоем. Давай, алмазик бери в руку. Где пивко, давай обмоем. И это на F5 и... Сейчас, подожди. Подожди. Все, давай. Раз. А, еще раз. Короче, всем спасибо за просмотр. С вами был мистер Суслик и Дэнни. Подписывайтесь на наши каналы, ссылки будут в описании. И обмывайте нашу проигрыш. Да. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.